Всем привет, я Кира Лебедева, город Львов. Я известная трайбл-исполнительница, а также адха-йога-инструктор. И сегодня я вам покажу свою ежедневную рутину для всего тела. То, что я делаю, стараюсь сократить мою практику до 30 минут. Очень часто из-за большого потока учеников я не могу сама собой заниматься. И у меня есть такая короткометражная тренировка, и сегодня я вам ее покажу, чтобы ваша спина, особенно поясничка наша любимая, была в порядке. Все наше тело, мы немножко потянем его, растянем, и надеюсь, вам будет комфортно и интересно вместе со мной. Это упражнение, эти упражнения вы можете делать ежедневно. Ну что, перейдем. И самое первое, с чего мы начнем, это суставная гимнастика. Наши ноги должны быть чуть-чуть больше, чем ширина плечей. Голова уходит на правую сторону. Уходим вниз, налево и назад. И по кругу. Раз. Можно закрыть глаза. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. И в обратную сторону. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Медленно голову опускаем вниз и очень аккуратно возвращаем в центр. Наши плечи спереду, мы ведем их назад. Раз. Два, три, четыре, пять, расслабляйтесь, шесть, семь, восемь, девять, десять, и в обратку, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, 2, 1. Руки поднимаем наверх, забираем большие пальцы вовнутрь и всеми остальными накрываем. И по кругу тянем. Если у вас, не дай бог, травма плеча, вы можете медленно и аккуратно это проводить. А можете, как я, довольно быстро делать вдох, выдох. Вы можете чувствовать, как начинаете тянуть губы. Это нормально. Мы хорошо разработаем с вами грудной отдел, и он перестанет так делать. И еще. 5, 4. 3, 2, 1. И в обратную сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ей! Выставляем локти. Можно опустить их ниже, если у вас травма плеча. Или поднять четко от плеча. Выводим локти. Наше запястье, стороны и по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И в обратку. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запястье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В обратку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стряхнем наши руки, собираем пальцевый замок. И теперь наше запястье между локтями приблизительно около 30 сантиметров. Наше запястье правой руки тянем к себе, наверх. И теперь левым, под себя. И раз, быстро расслабляем пальцы. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 и в обратку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Окей. Теперь нашим запястьем мы тянемся наверх правой руки и докручиваем все остальные, всю остальную руку и тянем его вниз. И наверх, и вниз. Волна. Мне очень нравится на украинском языке хвилька. Мне так нравится. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. И теперь противоположная рука поднимается наверх и вниз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И каждый палец мы отводим нашу руку в сторону, начинаем с нашего мизинца. Мизинец, безымянный, средний, указательный, большой. Ей, я все правильно произнесла. Большой, указательный, средний, безымянный, мизинец. Мизинец, безымянный, средний, указательный, большой и в обратном большой. Указательный, средний, безымянный, мизинец. Все полностью 5 пальцев собираем и подтянем вниз. Да, чувствуем, как хорошо тянет запястье. И меняем. Окей, теперь мы делаем с вами мягкие колени. Наша грудная клетка будет выдвигаться по диагонали вперед. Вперед и вовнутрь. Старайтесь максимально округлиться, чтобы ваша спина полностью потянулась, все мышцы проработались. Вперед и вовнутрь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь у нас есть справа и лево. Мы выходим направо и налево. И делаем, это называется слайды, в сторону в сторону. Право, лево. Пам, 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 пам. Теперь выводим направо, выводим наверх, лево и вовнутрь. Хороший круг. Представьте, что ваши ноги – это опора, которая, на нее вставлен столб такой, и вы уже корпусом стараетесь раскрутить как можно больше, описать круг. Мы выходим направо, вперед, налево и вовнутрь. И стараемся как можно больше круг сделать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. И теперь в противоположную сторону. В сторону, наверх, в сторону, вовнутрь и по кругу. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ей, хорошо. Теперь мы переходим на наш таз. Ноги ставим чуть-чуть больше, чем ширина плечей. Руки наши переводим на ягодицы. Можно даже чуть-чуть выше, больше на поясницу. И выталкиваем себя вперед, раскрываем грудной отдел. Он старается быть максимально вытянутым наверх. Не опускаться вовнутрь, наоборот. Раскройте всю свою душу красивую. И выталкиваем себя вперед и назад. С ровной спиной, ровные ноги. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уводим таз назад. И теперь я буду руководствоваться своей правой рукой. Вы находите свою. Мы выносим направо, вперед, налево, назад. И по кругу. 2. Старайтесь именно проводить это тазом, не головой, а именно ягодицами проводим. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И в противоположную сторону тазом выходим, выводим вперед и в обратную сторону. И 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ей! И медленно сгибаем колени, аккуратно подтягиваем поясницу под себя и выходим roll up. Переводим весь вес на свою правую ногу. Наше правое, левое колено выводится вперед и назад. И раз, два,
3, 4, 5, 6. Если тяжело держать баланс, можете руки выставить в стороны. 7, 8, 9, 10. И теперь зад выводим вперед. И раз, два. Если хотите, можете ставить ногу на носок. 3. И приставили. 4. И 5. 6. Старайтесь уводить больше назад. 7. Хорошо разрабатывайте. 8. Тазобедренный. 9. 10. Меняем ногу и теперь переносим вес. У нас работает наша правая нога. В сторону. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И уводим назад. 10. И в обратную сторону. 10. 9. 8. 7. 6. Не удержала. 5. 4. 3. 2. И 1. Тазобедренный – это одно из самых нужных частей женщинам, которым нужно прорабатывать. Так суждено, что у нас больше всего разработан тазобедренный. С вами мы должны его каждый раз прорабатывать. Тогда, если вы захотите заниматься танцами, поверьте, вам будет очень-очень-очень круто и легко работать. Окей, теперь мы выводим правую ногу нашу. Старайтесь на колено не поднимать сильно высоко, так, чтобы оно чуть-чуть было ниже бедра, уровня бедра. И теперь голеностопом представьте, будто вы мешаете чайной ложкой в чашке сахар. И мы с вами голеностопом крутим по кругу. В любую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В обратку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Меняем ногу. Также не поднимайте высоко. Чуть-чуть ниже. Голеностопом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас мое любимое упражнение. Это просто кайф какой-то для ног. У нас есть у всех сердце стопы. Мы это так в йоге называем. Между вторым и первым пальцем есть точечка. Мы ее лепим к полу и теперь не отклеиваем. Пятку вы можете двигать, а вот эту сторону называется, которая сердце стопы, находится от большого к указательному. Мне тяжело это назвать, указательный палец на ноге, но как есть. Мы теперь нашим коленом подтягиваем колено к себе, разводим в сторону и стараемся пяткой опуститься на пол. Главное, чтобы у вас не прыгало бедро, только колено и голеностоп. Два бедра на месте, к себе, в сторону. Выводите прям подъем вперед и вниз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в обратку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Меняем ногу. Точно так же. Приклеили ее клеем. И все. Подъем теперь приклеим. Подтягиваем колено к себе, выводим в сторону, опускаем пятку в пол. И 2. Не бедро, а колено и голеностоп. 3, 4, 5. Может хрустеть. 6. Это нормально. 7, 8, 9, 10. И в обратку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ей! Мы с вами закончили суставную гимнастику. Если у вас, к сожалению, больше ничего не осталось времени, ни на что другое, то вы можете хотя бы каждый день делать суставную гимнастику. Если вы можете, переходим дальше вместе со мной вниз. Окей, и теперь мы с вами поговорим про гиперэкстензию. Я занимаюсь танцами, и у нас есть такая штука, как боли в спине, как у всех, в принципе, людей. Но часто я не могла понять, почему именно конкретно у танцовщицы боли в спине могут. Мы занимаемся, мы растягиваемся. И один прекрасный преподаватель, Егор Кулаковский, подсказал такую штуку, что от того, что мы работаем тазом, у нас могут расшатываться мышцы. Так случилось исторически, что у меня
гиперлордоз по жизни, когда ягодицы в обратную сторону раскручиваются. И я теперь не могу не качать спину каждый день. И сегодня я вам поделюсь с вами, как можно восстановить свою спину просто за 3 минуты. Если у вас есть только 3 минуты, и вы можете только 3 минуты потратить на спину, сделайте это. Окей? Что нам для этого нужно? Коврик, вы. И есть люди, у которых очень больно в тазобедренную кость. Пожалуйста, подложите что-то под костяшки, чтобы вам было комфортно. Кто такой, как я, привыкший уже к боли, можно так сказать. Вам достаточно будет мягкого. Главное, сильно торт не поднимайте, не подкладывайте. У меня бывают девочки, ложат толстые подушки, это не работает. Лучше свитер какой-то, не знаю, кофту, полотенце, любую тряпочку, которая у вас есть дома, может, носок. И нам нужен таймер. Любой смартфон сейчас есть с таймером. Я занимаюсь 3 минуты. Окей, так что мы начнем с вами. И, может быть, блочок, кто, у кого хорошо проработана спина, кто хочет вместе со мной проработать ее более сложно, вы можете взять блок или любую книгу, не знаю, Маяковского, любого поэта, который у вас есть. Может быть, Шевченко. Окей, начнем. Ставим наши носки. Носки ставим на ковер, и у нас нос уходит вниз. Мы будем подниматься только на мышцах диафрагмы, на мышцах живота, пресса и на мышцах спины. Поэтому руки у нас будут лежать на ковре для красоты. Можете положить их на плечи. Старайтесь просто сейчас не раскрывать локти, чтобы не перенапрягать нашу шею. Окей, let's start. Мы с вами будем только двигать пока носом вверх-вниз, ноги статично зафиксированы на носках. Поехали. 3, 2, 1. Мы делаем вдох, поднимаемся наверх, выдох вниз. Вдох, выдох. И стараемся как можно выше подняться. Подбородок подтягивайте под себя. Не выталкивайте себя подбородком. Не устраивайте себе боли в шее. Подбородок всегда вытягивается в неровную впадину. И мы делаем 30 секунд подъемов наверх и вниз. И остаемся наверху. Можно приподняться чуть-чуть выше. Вы должны почувствовать хорошо мышцы спины. Руки могут уже опуститься вниз. Главное, не выталкивайте себя ними. Теперь мы 30 секунд постоим. Старайтесь ровно, расслабленно, спокойно дышать. Если вам очень тяжело, в любом положении вы можете выйти и зайти назад. 3, 2, расслабляем наши ноги. И теперь правая поднимается вверх. И левая. И правая. И левая. Право, лево, право, лево, дышим, право, лево. И теперь нос опускаем вниз и вместе с ногой с правой поднимаемся. Вниз, вдох, выдох. Правое меняем. И лево. И теперь снова подъем вместе с ногами наверх и вниз. Я знаю, вы чувствуете спину, прошло только 2 минуты, еще одну. Если вам очень дискомфортно, вы можете делать половину времени, полторы минуты. Я обожаю гиперэкстензию и часто устраиваю челлендж между своими учениками. Стараемся каждый день прорабатывать. И теперь держимся наверху. Открываем наши руки. Можно взять блок и подтягивать его к себе, к груди. Или можно просто руки держаться и подтягивать их к себе, к груди. Выдох. Выдох. Ноги поднимаем выше. Еще 15 секунд. Еще 10. As you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. 3, 2, 1. Ей, медленно выходим из этого положения, очень аккуратно.
медленно опускаемся в позу ребенка. Наши ступни между собой соединяем, колени раскрываем в стороны и уходим вниз. Лоб ложится на пол. Дышим вдох и выдох. И еще вдох. И на выдохе медленно выходим из этого положения. Окей, мы с вами сделали 3 минуты спины. Окей, и так как мы проработали с вами спину, конечно же, наша спина взаимодействует с нашим прессом. И чтобы себя комфортно и ровно чувствовать в обществе, можно так сказать, вам нужно прорабатывать пресс. Поэтому мы сейчас с вами сделаем несколько вариантов пресса. У нас будет для тех, кто хочет похардее, мы делаем с блоком. Для тех, кому и так все отлично, можно делать без блока. Что мы с вами делаем? Мы садимся на наши вторые красивые 90. У нас 90, 60, 90. Вот мы садимся на наши вторые красивые 90. И мы опускаемся вниз. Максимально комфортно расставляем поясницу. Большие пальцы идут сзади, за спину. Указательные вперед, рядом с тазобедренной костью. В таком положении мы с вами опускаемся вниз, ноги соединяем. И у нас сейчас будет 3 варианта. Для тех, кто совсем-совсем новичок, вы можете полностью лечь на пол, сделать треугольник, подложить его под ягодицы, поднимать ноги наверх и вниз. Тот, кто уже дружит с таким положением, мы хорошо с вами опускаемся вниз, собираем ноги вместе, также поднимаем наверх и вниз. Старайтесь пола не касаться ногами. Для тех, кто хочет покруче проработать, мы с вами соединяем ноги, между ними ложим блок, вытягиваем носок или что у вас есть. Я знаю, есть еще очень у многих массажные роллы, они где-то около 600 грамм, это будет очень круто. У нас было наказание такое, кто из моих учеников опоздает, у нас просто он один оставался, и кто опоздает, тот вместе с ним как бы и занимался, и так лучше еще и пресс прорабатывал. Окей, я буду уже сразу пожестче делать, вы можете чувствовать по себе. И мы с вами будем делать 12 подъемов ног наверх. Делаем вдох и выдох на пол. До конца. Не ставим. Вдох, выдох. И 3. 4. 5. 6. Выдох. 7. Выдох. 8. 9. И 10. И еще 2. 1. 2. И держим над полом ноги. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Yes! Отдыхаем. У-ху. Это самый такой быстрый разогрев, чтобы поддержать себя в теле, как можно за 30 минут почти все группы мышц выпить. И теперь мы с вами будем поднимать ноги и подтягивать на себя. Мы делаем вдох, поднимаем, выдох, опускаем и подтягиваем к себе. И вдох наверх. Раз. Выдох к себе. И 2. Выдох к себе. И 3. Выдох к себе. 4. Выдох к себе. 5. Выдох к себе. 6. Делаем 10 раз. Выдох к себе. 7. Выдох. 8. Выдох. 9 и 10. Ей! Окей, для следующего упражнения нам снова пригодится таймер. Так как я человек творческой профессии, у меня не всегда счетом хорошо, поэтому я доверяю только таймеру. Меня часто ругают ученики, что я могу перепутать одну цифру или на несколько больше сказать. Окей, мы с вами будем делать 30 секунд подъемов ног наверх, поочередная перемена. Окей, как это выглядит? Правая нога наверх, и мы будем с вами менять лево, вправо. Окей, стараемся заднюю, нижнюю ногу на пол не ставить. Поднимаем любую ногу вверх. Готовы? 3, 2, 1. Погнали. Выдох. Вдох и выдох. Старайтесь натягивать носочки, чтобы у вас не топоры были, а красивые ноги. Можно не так высоко. Дышим, чувствуем тело. Еще чуть-чуть, пол времени прошло. Еще 10 секунд. Вдох.
выдох. И 3, 2, 1. Ей! 3 упражнения хотя бы достаточно для пресса. Будет круто, если в каждой сделаете по 3 подхода. Но если нет времени, ничего страшного. Окей, теперь мы с вами собираем ноги вместе и подтянем наш пресс, вытянем вперед его. И восстановим дыхание. Дышим, вдох. И выдох. И еще вдох. И выдох. И вдох. И выдох. Окей. Следующее, что мы с вами сделаем, где мне снова пригодится таймер, мы проработаем наши красивые ягодицы и затем все это проработаем. Мы будем с вами делать по минуте на каждую ногу. Мы выходим в положение стола, руки четко под плечами ровные. Старайтесь включить всю пятерню в работу и не переносите вес только на запястье. Вынесите на второй и третий палец больше. Окей. И мы снимаем нашу ногу, любую. Если у вас проблемы с коленом, вы можете скрутить ковер или подложить мягенькую подушку. И мы будем просто делать мах назад, наверх и вниз. Старайтесь не выворачивать бедро. Окей, минута. Пошли. 3, 2, наверх. И раз. Выдох. Упражнения на ноги дадут вам хороший разогрев. У нас должен работать наш малый таз. Все должно быть в теле максимально пропорционально и гармонично. Если вы проработали спину, пресс, желательно, конечно же, проработать и ноги. Ноги всему говорит мой учитель. Голова. Я с ним согласна. Еще чуть-чуть. Дышим. Старайтесь не включать прогиб в спине. Ровное дыхание. У кого есть резинка фитнес, это будет еще круче. Но я думаю, это будет следующее занятие. 3, 2, 1. Поддержим еще 10 секунд. Старайтесь ногу сильно не задирать. 3, 2, 1. Опускаем вниз. Ей! В эти моменты я радуюсь, что я не осьминожка. У меня всего лишь 2 ноги. Так бы тренировка занимала больше времени. Убираем заднюю ногу, противоположную, назад. И также минута и 10 секунд держим. 3, 2, пошли. Наверх. Старайтесь подтягивать поясницу под себя. И старайтесь сохранить максимально комфортное дыхание. И я здесь стараюсь ступни потянуть на себя, тогда включается полностью вся задняя поверхность ноги. Дышим, вдох, выдох. Если у вас проблема с запястьем и вам больно стоять, вы можете опуститься вниз. Или сломан палец. У меня бывает, ученики приходят, умудряются. Но и это не помеха. Я найду, чем заменить. Дышим, вдох, выдох. Еще чуть-чуть осталось. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И держим. Поясницу под себя. Спинку ровно. И 3, 2, 1. Вниз. Ей. Окей, следующее упражнение мы с вами делаем тоже в таком положении. Мы проработаем нашу среднюю ягодичную мышцу. После окончания курсов адха-йоги я поняла, как это важно разбираться в теле, в своем особенно, в анатомии. И я преподаватель танцев, и я понимаю, что мне нужно научить людей держать баланс. Это очень важно. И сейчас мы будем прорабатывать самую жизненно необходимую мышцу в наших ногах, я бы так сказала. В ягодицах, средняя ягодичная мышца. Окей, мы вывозим правую ногу в сторону. И теперь у нас будет 30 секунд на подъеме. Готовы? 3, 2, пошли. И отводим ее в сторону, под себя. Четко параллельно полу должна быть нога. Не выводить ее вперед или назад. Там, где она стояла,
так мы ее поднимаем параллельно полу. Еще 15 секунд. Три, два, один. Ей! И меняем нашу ногу. Готовы? Три, два, пошли. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону. Дышим. Пол времени. Еще чуть-чуть. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ей! Отдыхаем. Теперь мы немножко подтянем наши мышцы. Собираем ступни между собой. Беремся правой рукой за правую ногу, левой за левую. И хорошо локтями раскрываем наши колени в сторону. Дышим. Вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох. Стараемся углубиться, опуститься вниз. И медленно выходим. Собираем наши ноги в комфортном положении. И вот вы познакомились с моей ежедневной рутиной. Конечно же, я себе немножко усложняю жизнь, я добавляю пропсов, добавляю лент и увеличиваю немножко количество времени. Поэтому, если вам понравилась практика, техника, попробуйте исполнять ее, хотя бы выполнять эти упражнения хотя бы 2 недели, и вы почувствуете, что ваше тело никогда не будет прежним. Спасибо вам большое. Берите любое упражнение в свою практику и наслаждайтесь.